В Испании арестовали судно с украинцами. Их подозревают в наркоторговле. На борту испанский спецназ обнаружил 18 тонн гашиша. По последней информации, сухогруз «Леди Босс» арестован и доставлен в порт Альмерия. Среди 13 задержанных моряков 11 украинцев, в основном одесситы. Спецоперацию по перехвату судна, которая направлялась к месту перегрузки наркотиков, провели еще 8 августа, но информация об этом появилась лишь сегодня. Никаких деталей, что с украинскими моряками сейчас, пока не разглашают.